Привет, ребята! Я давно не пикал пуджика, поэтому с моим голосом что-то стало. Ладно, на самом деле Викуля пару раз играла за моим компом, и я иногда включал запись. А что из этого вышло? Вода, ты будешь тройкой, получается? Хочешь быть тройкой, Вода? Вода. Он тройкой будет. Он будет тройкой, да? И она? Где он? А тебе зачем знать это? Твой голос похож на девушку. Да школьник, школьник. А я в IT-сфере работаю, где-то 7 лет опыта работы у меня от знакомых. А вот Пуджа, давай, ну ты там не видел ролики? Мне 25 лет. А герой в миде, дайте телепорт, пожалуйста. У меня нет желания давать тебе. Пуджа, кстати, был телепорт. Вот, а что такое немножко грустный? Я все в порядке со мной, я просто бухал, поэтому нормально так. Я под шофе, если честно. Нет, на самом деле пиво я не пью, я пью только крепкий алкоголь. Как так можно много? Да. Пиратка, Пуджа, что значит накидели все? Пока мы файтимся, тебя нету. Команда, ты че, блядь, ты как месячный-то? Не, ну потому что на самом деле ты должен роумить. Есть, я с ним согласен полностью. Ой, с ней согласен полностью. Ты должен роумить, сука, блядь. Продажная, нахуй. Ну, понимаешь? Да не надо, ты не, ругаться не надо. Да, ругаться не надо, ребят. Да, просто алкашка, она говорит мне, быть жестче. Ты, блядь, жирный, нахуй. ТБ. Я все вижу прекрасно. Конечно, под шофе, но не до такой же степени. Пол ебанечка, нахуй, ебать эту с**у. И вот этих вот. Меня хукает, блядь, ебать. Во руки. Ло, бля. И больше в доту никогда на пуджен, ты в натуре конченый. Сука, ты, блядь, просто охуенный пацан. Смотрите, еще один сутулый собакин. Здесь вот, блядь, бегает, нахуй. Я его постаню, блядь. А он со мной решил подраться, блядь, давай, нахуй. Да, ты меня хукаешь, блядь, алло. Ты собака сутулая. Уебите его, блядь. Я его подержал, нахуй, че? Все, я, блядь, бухой играю лучше, чем пудж. Да, действительно. А что-то не игра не делать, ребят. Пудж у меня вообще охуенно. А вот смотрел бы Абуз Пуджа на Ютубе, играл бы еще лучше. Я нормально играю, посмотри мои игры. Мы видим, блядь, как уком в меня попадает, шалу, блядь. Бывает же, деньги тоже попадают. Не ной. Я не ной, я тебе по фактам ебал. Я тебя выебал. Да вот ты там выебал, тручком своим. Кончины на пудже, в чем твоя проблема? Ты в руну куком промазал. Я не понимаю, брат. Я рыцарь вообще-то. А как говорится, скилл не пропьешь на. Я пытаюсь нормально играть. Че на ной? Я иду. Вообще игра не идет. Я ж понимаю, я ж не специально. Блять. Все, вы видели, блядь? Че, лучший? Ну такое, тебе чисто повезло, это на шар был. Меня целился, я знаю, блядь. Сейчас шмотки сломаю. Они не сильно эту хуйню, ребят. Давайте достану ее. Пуч, да, твой выход. Не хуй. Ты смешно, ты рожаешь меня. Если что творить, блядь, шаболда тупая. Нихуя себе, блядь. Видел, что я мог руну забрать, но оставил тебе, понимаешь? Насколько это великодушно. Спасибо огромное. Это я какой-то сарказм. Не-не-не-не. Нет, я правда очень ценю это. Это цени. Мне, кстати, вот интересно, что сподвигло тебя скачать доту? Ну, вообще, Steam. Кого, меня? Мне даже интересно. Да, но не меня же. Ну... Насмотрелся стриманцев, считая себя самым сильным хукателем старых дедов. А доказать слабо, наш с вами любимый адепт сейчас как раз устроил новый ивент – догонялки на Epic Loot. Наша с вами задача – поймать эту холодную девочку с помощью нашего хука. Стелька можно наваливать раз в час, плюс будет бонусная попытка по моему промокоду. А за победу можно будет забрать награды и копить очки, с помощью которых можно открывать сундуки с арканами. Ну и конечно же нельзя забывать про новый Battle Pass, который для всех будет абсолютно бесплатно по моей ссылке, благодаря которому за каждые 15 уровней вы будете получать гарантированные арканы, число которых входят новые на Скаймага и Вингу. А для тех, кто дойдет до 60 уровня, сможет получить ДК Хук, Аркану на ВК или Преченый Сефа. Короче, бежим скорее помогать нашему хукерсу по ссылочке в описании. С ней же будет и промик на плюс к балансу. У меня как бы, мне с ним скачет с 11 года. 25 лет там? 24. Почти угадал. Я походу не такой старый. Ты молоденький, да? Постарше тебя, нет. Ах. А я люблю молоденьких. Я Кора их убил в соло, понимаешь? Сколько я жесткий. Гордись, блядь, мной, сука. Можно не тарить БФ и Бьёльнир вот. Нет, нельзя. Дота, подожди, у тебя Steam, блядь, с 11 года, а Дота с какого года? 12. Ты даже меня переплюнул. У меня Дота с 14. Что сказал? Блядь, себе ты, блядь. И уходи сразу. Умри, сдохни, нахуй. Сдох. Пи***а. Фокс. Мотайся. Хороший один файт сделать нам, ребят.
Спасибо за игру. Я рыцарь вообще-то. Залагала, залагала. Ну с кем не бывает. Закрой рот. Фу. Друг, ну ты долго думаешь немножко. Спермоприемник закрой. Ты замуть меня, друг. Можешь разговаривать, блядь, когда я тебе скажу животное. Какого хуя мы должны тратить свое время, свои силы на то, чтобы замутить тебя, алё, женщина? Сама рот не открывай, ну, и выкинь всё. Микрофон. Выкинь микрофон. Вали, ебать, ты разговариваешь с женщиной. Лодку не провишь. Парни смешные. Зеркало посмотри, блядь, голову увидишь. Если у тебя в детстве отец умер, тебя не воспитывал тебя, это не наша проблема. Безосовщина, в натуре зашла в доту поиграть, ее здесь унижала. Бедненькая. Чело 700 ПТС слил и не может на линии постоять. Просто попадает под стан каждый раз. Если ты не можешь ничего помочь ему, блядь, пиздишь. Она занята, ее ебу там за бабки, пока в доту играет. Токсичная. Я токсичная, они токсичные. Не, ну локера типного. Друг, у меня 5 подряд побед. 60% минрейта. Побед животное. По слову не имеет веса. А где у тебя микрофон? Ау, сынки, ебать. Я тут посадил в дотку поиграть. Слышишь, 6-10. Слышишь, ебал, вони, блядь, скуф ебаный. Алло, потаушник, ебать. Какой скуф, сука, мне 21. Да, паразитие 12, и что? Паразитие 12. Чё ты своего мужика позвала? Папу позвала. Не, могу вот так вот разговаривать чисто у меня. Ну, династия второго курса. Ролевая модель Бубки Боба, всем привет. Клиент, понял, понял, это клиент. Пришел за деньги драть, короче. Я тут оскорбляют, он это... А как к нему относитесь, ребят, такой вопрос? Я прямо сейчас его глотал. Это верно, ситуация подмечена, брат. А сколько тут ПТС, мужики? Где-то? 1000. Че, твоя девочка обиделась или что? 1000. Вы шо, сука, легенда второго курса, ребят, вы шо? Не-не-не-не, мне 12, я в шестом классе. А шо вы ебаешься на 1000, брат, зачем? Было бы хотя бы 2, не знаю, 3. Где разрешено вы ебаться? Нигде, брат, на твоем втором курсе на ПТУ можно, друг, зачем? Да нету, я не в ПТУ, я тебе говорю, в школе я учусь в шестом классе. С вами даже не поговорить смешно, вы даже не какую-то тему не поддержать. Я могу тему поддержать, ну скажи, ну-ка давай. Сколько ты за час платишь? Сколько ты за час этой заплатил? Кому? Что? Ты о чем? Вот этой, которая здесь сидела до этого. Ну платье я купил за 18 тысяч, что думаешь по этому поводу, брат? Еб. А ты всю зарплату отдал? Ты мало зарабатываешь. Я не зарабатываю, брат, я не работаю. Я гоблинов по экрану гоняю, мне, блядь, деньги за это платят. Что думаешь по этому поводу? Что значит гоблинов по экрану? Ну гоблинов вот сейчас гоняю мне. Ой, блядь, что-то этот домик упал. Я лысого гоняю, это то же самое или нет, я не понимаю. Какого лысого? Какая-то версия хомяка нового. А вы вообще хомяка кликайте, мужики, что думаете по этому поводу? Вы можете, кстати, тоже в хомяка моего зайти, пожалуйста, мне покликать. Не, я тут в это, я не в хомяка вхожу, я тут эту вхожу. Кошечку. Не важно. Это, нажми ТП, еб твой рот, блядь. Я сейчас тоже буду хуй. Куда ты нажал, ебанка, блядь? Я хочу поумнеть. А, поумнеть, это действительно помешает ситуации на осуждаю. А как такому-то Нику пришел на Свардаре, брат? Просто я интерес в моменте стало. Можешь? У меня ВК бывший. Конечно, бывший. Кому-то нахуй нужен, брат. Главное, что не будущее. Даже Варлок оценил, понимаешь? Даже Варлок тебя, сука, попустил. Это... Ладно, ребят, если серьезно, давайте будем это выигрывать. О, смотрите, там мальчик стоит. Давайте его. Мы колор женщины слушать не будем. Так, пингани, в чем проблема, скажи? Нет, там этот пусть твой 21-летний кликер по гномикам этим занимается. Не-не-не, клиент, я же тебе говорю. Видишь, друг, у меня всякие там стримеры, клиенты. Ты сейчас типа понтануешь, что только стримерам даешь просто направо-налево. Я конечно, понял, конечно. Неплохо, все, я понял. Парень на Пудже с Учем не играет? Да, на Пудже играет. И такой орёт. А, это этот выб***ь. Репорт после катки дайте ей только, не забудьте. Так ты понимаешь, что тебе даже не за что меня репортить, за что? Смотри, 5 репортов прилетят, даже не... Возможно, 9 прилетят. Так за что? А, друг, объясни. Женщина. Что рот свой открыла? Что, я просто играю. Блять, ну ладно, ну это типичный вумен. Чел, я даже когда вас колю, вы... ему не будем слушать, ну в чем проблема? Блять, заткнись, нахуй. Всем спасибо. Всем спасибо, кроме Луны. Всем лайк, кроме Луны. Давайте. Пока. Лена, у меня вопрос. Девочка, или у тебя просто голос сломался? А ты как думаешь? Нихуя себе! Думаю, что ты... Ну, есть такое, да. Йоу, мне нравится. Играть на позитиве. А вот это убьем? Мы долго тусуем. Плохо дело, на самом деле. Я думаю, лучше отойти. Ты думаешь, еба... Женщины могут думать! Не понял, реально? Короче, ладно, я запутался. Я думал, женщина. Я думал, это пиздец.
мемит просто. Я реально думал, что это все время парень. Нет, отвратительно тогда. Ну ладно. Ну сорян, ну такой голос, что я могу с этим сделать? Ну серьезно. Сколько лет? 14.1. У меня в другом дискорде просто 60 тг. Верно, его вдруг никогда в жизни не играл с девушками в топ, ему очень хочется попробовать девочку. Ай-яй-яй-яй, боже, сперматоксикозники, ебану, ненавижу, блядь. Помогите мне, убить его! Давай. Номер уже, наверное. Попадает станом, боже мой, я даже не успел кастануть косу, но ничего страшного, мы бежим за котлом, боже мой, котл, на этом ебаном коне, пытается убежать. Не получается. Предлагаю выдвинуться на, непосредственно говоря, Легион Командер, дабы натянуть ее на очко. Симон, блядь. Еще раз так сделаешь, я тебе засуну стиралку, ебану, блядь. И сука, ты будешь в этом, блядь, ебаном барабане крутиться, пока ты просто кишка у тебя не вывалится. Ох, пизда, двоебал, осуждаю. А у тебя хорошо получается? Просто я на самом деле трап, вот и все. Танц? Да. Понял, да. Я думал, трам, фу. Не, реально, я сижу и думаю, при чем здесь президент? При чем здесь президент?